Турция вводит визы для российских журналистов. Как сообщили сегодня турецкие дипломаты, соответствующий закон вступает в силу с 15 февраля. По нынешним правилам для краткосрочного въезда в Турцию сотрудникам российских СМИ виза не нужна. Достаточно получить временную аккредитацию. Впрочем, еще в декабре наши журналистов обязали предоставлять подробный перечень мест, которые они намерены посетить, и список имен для интервью. Введение виз в турецком посольстве объясняют принципом взаимности. А Россия с начала этого года приостановила действие безвизового режима для граждан Турции. Решение было принято после того, как турецкие силы сбили российский самолет Су-24, выполнявший задание в ходе антитеррористической операции над Сирией.